Всем привет! Сегодня у меня будет кулинарный рецепт. Это напиток от жажды. Напиток это с небольшой историей. Это в детстве нам папа наводил вместо лимонада. Он именно наводил и говорил: пейте быстро. Если утром очень хочется пить или после селедки, наводите этот напиток и больше пить не захочется. Наливаем стакан воды. Я все вижу, как делать. Особенно, если холодная вода, шипит больше и жажда утоляется лучше. Я уже пшеницу. Так. Это напиток, я говорю, на 2 кусочка льда бросаем. Можно с сахаром, можно без сахара. Я люблю с сахаром. Насыплю 3 ложечки сахара. Я 3 люблю. А, не чувствуется. Потом еще раз. 2, 3 и размешиваем. Пока лед размешается и сахар. Так. Я это все сам вижу. Так, тихо. С первого дубля записываем. Не забывай. Лимонной кислоты. И соус. Пол ложечки можно. Вот пол ложечки я сыплю лимонный, но можно побольше. Размешиваем. И когда будем сыпать питьевую соду, нужно насыпать, размешать. И как зашипит, такая реакция будет. Сразу пить до дна. До дна. И пить больше не захочется. И где как захочется. Так, сыпем соду. Это рецепт моего папы. Ему когда пить очень хотелось, он всегда ходил в колонку с кружкой за водой и делал такой напиток. Шипит! Ой, все, кисло? Нет, не кисло. Пробуйте, вам очень понравится. Пока. Это вообще не стоит.